Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать? Чушь! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Конечно, будущее за виртуальной реальностью, за нашими играми. Компьютеры, искусственный интеллект заберут большую часть рабочих мест, и половина населения останется безработными. Все это ляжет на плечи государства. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. Понимаете, человек, который живет в режиме офлайн, ему нужно очень многое. Квартира, машина, тёлка, женщина, рестораны, поездки, и так далее, и тому подобное. Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты. Зачем? У вас хороший воздух. Именно поэтому. Человек, лишенный всего этого, лишенный средств к существованию, он запирается дома, впадает в депрессию, потом депрессия переходит в агрессию, и люди выходят на площади. Это создает опасность для государства. Ты подсак, и он подсак, а я читланин, и они читлани, так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно? Человек же, который живет в режиме онлайна, ему нужно всего две вещи. Рабочий стол и компьютер. Все. И перед нами, читланами, должны делать вот так. Поэтому в будущем государству будет выгоднее загонять людей в онлайн. И, кстати, дешевле. Пацаки, почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ всем пацакам надеть намордники и радоваться. А ты почему не радуешься? А что будет с теми, кто остался без работы? Или, как вы говорите, остался в офлайне? Тут вариантов-то немного. Их будут просто убивать. Это же очевидно. Пацаки, а вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно только там. А здесь только на коленях. Их будут просто убивать. Это же очевидно. В смысле? А каким образом? Придумают какие-нибудь болезни. Ну что, опять гениально, да? Ну что, опять гениально, да? Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными, иначе распространить болезнь будет просто невозможно. Я скажу всем, до чего довел планету этот фигляр ПЖ! Какой дурак на плюке правду думает? Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.